Mas com a Natália ali, que ela... Честно говоря, глядя на вас, полных молодости, трудового задора, очень не нравится мне это название. Я бы назвал его днем заслуженного, заслужившего, опытного, мудрого человека, но никак не пожилого. Люди – это главное достояние нашего завода, потому что все, что касается металла, оно ничто, когда нет рядом людей. Это является основой политики «Автотора», и мы очень рады, очень за вас рады, что у вас будет возможность такая отдохнуть и полечиться. И это будет у нас как бы новой традицией и продолжаться дальше. Поэтому я вас еще раз поздравляю с вручением путевок, и когда вы будете получать путевки, профсоюзная организация будет вам еще дарить шар суши, что если будет у моря какая-то погода такая зыбкая, чтобы тепло наших подарков согревало вас, чтобы вы себя все чувствовали членами нашего дружного коллектива. Отлично, хорошее впечатление. Я даже рада, что мне удовлетворили мою просьбу, даже на декабрь путевку дали. Потому что ближе к моему дню рождения. Вот. Я очень рада, что профсоюз и вся организация завода сделала мне такой подарок. Спасибо Татору, что заботится о работниках своих. Отношение хорошее к людям, уважение. Все. Поэтому есть смысл идти сюда работать. Надеюсь, что вы хорошо отдохнете, наберете сил и продолжите работу на нашем предприятии.